Развитие молодежного спорта – один из главных приоритетов Узбекистана. Это восходящие звезды юношеской национальной сборной страны по хоккею. И все как один они нацелены на победу. День юношеской сборной Узбекистана по хоккею начинается рано на льду новой Хумо-арены в Ташкенте. Тренировки интенсивные, график плотный, впереди международные соревнования. Надо иметь сильный характер, чтобы выйти на лед. Ну, такой быстрый, динамичный спорт. Хоккеисту нужно иметь быстрое мышление, чтобы быстро принимать решения. Быстрое мышление – это одно из самых основных качеств хоккеиста. Они познакомились на льду, когда были детьми. Теперь же их успехи вдохновляют молодежь. Для этих ребят хоккей больше, чем спорт. Это сама жизнь. Одно из первых, что дает хоккей, это безусловный интеллект. Второе – это, скорее всего, отношения с вашими партнерами, взаимопонимание, то, как вы понимаете друг друга, и за счет этого строится ваша игра. Для меня уже они как семья, так как уже на протяжении около 10 лет мы с ними вместе играем в хоккей, и не только на льду мы с ними вместе, но и за его пределами. Их тренер Абдумаджид Насиров стал играть в хоккей в конце 70-х. Тогда сборная Узбекистана была известна на международной спортивной арене. Но в 90-е хоккейные катки закрыли. Абдумаджид играть больше не мог. Долгие годы в Узбекистане национальной сборной по хоккею просто не было. В 2018-м, когда в стране началось возрождение хоккея, Абдумаджид вернулся на лед тренировать. Была создана Федерация хоккея, построена Хумо-арена. Абдумаджид уверен, что на этом льду он готовит чемпионов. Я надеюсь, что все в полном составе они будут проявлять себя и в национальной взрослой команде сборной Узбекистана. Я ребятам говорю, что для того, чтобы играть в хоккей, надо быть умными, уметь играть в шахматы, знать языки, и надо быть интеллектуально развитым, чтобы побеждать в этой игре. Хоккей включает в себя несколько видов спорта, поэтому там надо быть и гибким, там надо быть и сильным, надо быть и быстрым, и еще и логически быстро мыслить. Задача Федерации хоккея Узбекистана – вывести новое поколение хоккеистов страны на международную арену. Мы идем, создаем новое. Так называемый новый Узбекистан на сегодняшний день. Вот это новый вид спорта – хоккей, которого не было 30 лет. Мы хотим возродить и продвигать дальше. Цель Федерации хоккея – донести этот вид спорта до всего Узбекистана. Каждый регион, каждый город. И самое главное, выйти в 25-м году на чемпионат мира по хоккею. Я приглашена в гости к самому верному болельщику Джасурбека, его маме. Она помнит каждый его гол, и особенно эти. На чемпионате Азии и Океании Ю-18 в Монголии в прошлом году Джасурбек был признан лучшим бомбардиром. Он забил 14 голов и привел свою команду к победе. Очень эмоционально смотрю все его игры. Это такое ощущение, я просто передать не могу. Вот именно когда он забивает гол. Азарт, прям спокойно сидеть невозможно. Хоккей снова стал популярным национальным спортом в Узбекистане. Все матчи здесь, на Хумо-арене, становятся праздником для нового поколения болельщиков. Атмосфера невероятная! Хоккей, потому что это крутая энергия, огромная комьюнити, потому что это любовь. Джасурбек в начале сезона подписал контракт с хоккейным клубом «Хумо». Важный этап в профессиональной карьере. Джасурбек уверен, что его номер 8 приносит удачу. Спортсмен ставит высокую планку для себя и юношеской национальной сборной страны. Мои цели в хоккее – это попасть в лучшую лигу мира, стать одним из лучших в этом виде спорта и на своей сборной это подняться в элитный дивизион, постараться стать лучшими там. Хоккей только-только развивается в Узбекистане, и мы всем покажем, что такое настоящий узбекский хоккей.